Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net, номер 808, алгебра Макаровича, 7 класс. Представьте в виде многочлена квадрат двучлена. Итак, перед нами 6 примеров на использование формул квадрата суммы или квадрата разности. Но перед этим в некоторых примерах нам необходимо будет либо поменять местами наши слагаемые, или сделать некие преобразования, чтобы прийти к четкой формуле квадрата разности или формуле квадрата суммы. Итак, приступим к преобразованию. Итак, минус 9а плюс 4b в квадрате. Здесь мы просто запишем наше выражение так. 4b минус 9a и в квадрате. Квадрат разности равен квадрату первого выражения минус удвоенное произведение квадрата первого и второго и плюс квадрат второго выражения. Итак, 4b в квадрате минус 2 умножить на 4b и умножить на 9a плюс 9a в квадрате. Далее, 16b в квадрате будет минус 72ab и плюс 81a в квадрате. Далее, пример b. Минус 11х минус 7у во второй степени. Мы вынесли под квадратом минус из наших разностей, с нашей суммы. Двух отрицательных мы получили в скобках сумму двух положительных выражений. Дальше. При возведении в четную степень минус исчезает. Поэтому будет просто выражение 11х плюс 7у в квадрате. Это не что иное, как квадрат разности двух суммы двух выражений. По формуле это будет 11х в квадрате плюс 2 умножить на 11х и умножить на 7у плюс 7у во второй степени. Далее. Упрощаем. 121х в квадрате плюс 154xy и плюс 4у в квадрате. Далее. Минус 0,8х минус 0,5b во второй степени. Снова, как в предыдущем примере, мы минус выносим, возводим в квадрат, и после преобразования мы получаем квадрат суммы 0,8х плюс 0,5b и в квадрате. Итак, данное выражение будет равно такому многочлену. 0,8х в квадрате плюс 2 умноженное на 0,8х умножить на 0,5b и плюс 0,5b во второй степени. Это выражение будет равняться 0,64х в квадрат плюс 0,8bx и плюс 0,25b в квадрате. Далее. Минус 1,1p плюс 6q в квадрате. Поменяем местами, запишем нашу разность. 6q минус 1,1p и в квадрате. Перед нами квадрат разности. Итак, 6q в квадрате минус 2 умножить на 6q и умножить на 4 третьих p плюс 4 третьих p во второй степени. 1,1 третья – это смешанное число. Для того, чтобы умножить его на другое или его же возвести в квадрат, мы перевели смешанную дробь в неправильную. Получили 4 трети. После преобразования мы получили такой многочлен. 36q в квадрате минус 16pq и плюс 16 девятых p в квадрате. 0,8а минус 50b во второй степени. Перед нами квадрат разности. Открываем согласно формуле. 0,8а во второй степени минус 2 умножить на 0,8а умножить на 50b. И плюс 50 умножить на 50b в квадрате. Равняется 0,64а в квадрате минус 8аб и плюс 2500b в квадрате. Далее. Минус 0,5х и минус 60у в квадрате. Снова мы выносим минус
из нашей отрицательной суммы получаем в скобках сумму наших выражений. Возводим минус во вторую степень, минус исчезает. Получаем квадрат суммы 0,5х плюс 60у и в квадрате. Итак. Согласно раскрытию формулы, у нас будет 0,5х во второй степени плюс 2 умноженное на 0,5х умножить на 60у плюс 60у во второй степени равняется 0,25х в квадрате плюс 60xy и плюс 3600у в квадрате. Если вы хотите увидеть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube.